На 86-м году ушел из жизни советский и российский художник-график, народный художник Российской Федерации Александр Бакулевский. Он получил известность как автор иллюстраций к произведениям классической художественной литературы. Александр Сергеевич – мастер ксилографии. В этой технике выполнены иллюстрации к произведениям, повести Белкина А.С., Пушкина, история кавалера де Грие и Манон Леско Абата. Ф. Привок к стихам поэтов Серебряного века и Ф. Анинского, А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, М. и Цветаевой. Автор миниатюрных изданий произведений М. Ю. Лермонтова, Н. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. Чехова, а также уникальной книги в ручном исполнении романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Его работы находятся во многих известных музеях, таких как Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва, Всемирный музей в Вене, Австрия, Государственная картинная галерея Российской Федерации, Москва, Государственная Третьяковская галерея, Москва.